35 with a top down. Could you tell I had it? Just get like me. Seem like everybody wanna be the boss, but it costs. Только не это! Как этот коктейль тут вообще оказался? Кто его сюда принес? Видимо, этот человек вообще не понимает, насколько опасен этот гримас-шейк. Так, так, так. Точно, пойду в сарай, возьму банку. Положу это все в банку, чтоб ни в коем случае это не пролилось. И желательно в землю закопать. А то мало ли. Главное, чтоб никто этот коктейль не выпил. Назар, не делай этого! Стой, Назар! О нет! Это же нельзя пить! Назар, это гримас-шейк! Очень опасный коктейль! Ты зачем его выпил? Я же тебе объясняла, что это пить нельзя! Пойдем быстрее в туалет! Это все надо выплюнуть, а лучше вырвать, чтобы ни капли в твоем организме не было этой дряни! Быстрее, давай! Назар, быстро! Вставай, вставай! Выплевывай все! Давай, 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 давай! Плюй, плюй! Давай, еще, еще, давай, Назар! Обалдеть! Здесь все в брызгах от этого коктейля! Ну ничего, Назар, главное, ты все выплюнул, с тобой все будет хорошо. А это мы сейчас вытрем, да, Жан? Назар, как ты себя вообще чувствуешь? Я надеюсь, ты все выплюнул, малыш? Да! Ну все, отлично. С нами все теперь будет хорошо. Все нормально, все хорошо, Назар. Пойдем играть? Черт, Назар, я думала, нам повезет, и он здесь не появится. Но он тут как тут. Назар, быстро, бежим наверх. Быстрее, 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 пока он нас не догнал. Куда? Быстрее, быстрее, Назар. Черт. Ну что, Назарик, пришло время нам с тобой попрощаться, потому что он сейчас сюда зайдет и сожрет нас. Ты мой самый любимый братик, а я твоя самая любимая сестра, Назар. Назар, давай крепко закроем глаза. Я надеюсь, мы ничего не почувствуем, когда он будет нас поедать. Ты закрыл глаза, Назар? Мы уже в раю? Нет, мы еще в своей комнате. А почему ничего не происходит? Он что, не может нас найти? Так, Назар. Назар, тихо, тихо тут сиди. Глазки можешь не открывать дальше. А я пока пойду посмотрю, что он там делает, хорошо? Так что тихо, сиди, меня жди тут. Гримас-шейк хочу. Хочу гримас-шейк. Гримас-шейк. Хочу гримас-шейк. Да не напьюсь, не уйду отсюда. Что он делает? Да не напьюсь, гримас-шейк. Он что, играет? Да отсюда не уйду. А я думала, он опасный. Гримас-шейк. Что он бормочет? Хочу гримас-шейк. Хочу гримас-шейк. Да не напьюсь, не уйду отсюда. Пока не напьюсь. Не уйду отсюда. Чего? Хочу гримас-шейк. Хорошо. Гримас-шейк. Сделаю я хочу тебе твой гримас-шейк. Любимый гримас-шейк. Да не напьюсь. Окей, проблем не нету. Отсюда. Чего это ты встал? Гримас-шейк. Так, я иду делать твой любимый гримас-шейк. Все, нельзя. Играй дальше, играй. Вот, возьми. Держи, вот твой любимый коктейльчик. Фу, он не сладкий. Как это не сладкий? Да тут ложек 10 сахара, если не больше. Ничего себе не сладкий. Эй, ты куда побежал? А ну быстро сюда иди. Куда он
делся? Куда он побежал? Эй, Гримас, ты тут? О, Назар, Гримас сюда не забегал? Ну, ладно. Фиолетовое покрывало. Хорошо, мягенько. Да куда же он мог деться? Эй, ну куда ты спрятался, такой огромный? Черт, напугал меня! Ты где спрятался? Я тебя по всему дому искала. Надеюсь, ты меня сейчас не съешь, даже? Хочу гримас. Так, подожди, не нервничай только. Сейчас я тебе еще один шейк сделаю. Только на этот раз уже сладкий, ладно? Все, чуть-чуть потерпи. Ты не ешь меня. Вот, держи. Я добавила пол пачки сахара. Теперь он такой сладкий, прям как ты любишь. Фу, он невкусный. Хочу самый вкусный гримас-шейк. Да тебе не угодишь. Может, ты сам приготовишь? Ладно, попробуй еще раз приготовить гримас-шейк. Только не злись и не ешь меня, хорошо? Все молоко на тебя перевела. Эй, а ты куда опять делся? Поехала спать, гулять ходить. Ой, нет! Он выбежал на улицу, сейчас распугает всех наших соседей. Они вызовут участкового, участковый позвонит моей маме. И тогда мне точно кранты. Назар, он выбежал на улицу. Я пошла его там искать. Эй, ты куда побежал? Куда делся? А ну, иди сюда! Черт, а! Да куда он мог подеваться? Где ты? Иди сюда! Я надеюсь, он хотя бы за ворота не выбежал. Черт, до смерти меня напугал. Так, пойдем со мной, чтобы больше ты от меня не убегал. Понятно тебе? Идем. Давай скорее. Как убегать, так он первый. Скоро вернется наша мама, и ты даже представить себе не можешь, что она с тобой сделает, когда увидит тебя. Ты не то, что коктейль не получишь. Ты такой подзатыльник поймаешь от мамы, что забудешь вкус своего любимого гримас-шейка, а этот подзатыльник запомнишь на всю жизнь. Поэтому ты садишься вот здесь, пьешь свой самый вкусный, невероятный, любимый коктейль гримас-шейк и после этого исчезаешь отсюда. Ты меня понял? Понял. Тогда пей, чего ты тянешь? Это самый вкусный гримас-шейк в моей жизни. Ну, наконец-то. Вкуснятина. Тихо. Кажется, мама приехала. Давай быстрее. Будешь убегать через эту дверь. Только быстро, чтобы она тебя не увидела. Давай, аккуратно. Смотри, соседи, не напугай. Все, пока-пока. Ужас. Бежать. Тома, ты что, выходила куда-то? Да нет, мам, я просто проветривала. О, коктейльчик. Как же я хотела пить. Ой, Назарик, а где мама? Она дома? Да. А где она, наверх поднялась? Да. Мне что, все это приснилось? Угу. Никакого гримас-шейка тут не было? Ту-ту. Ну и ладно, ну и хорошо. Лучше я буду тю-тю, чем у нас дома будет этот гримас-шейк. Мама! Мам! Мам, ты где? Всем привет! Вы на канале Кунг-Фу!
И с вами Юра, Тома и Макс. Юр, ну что это такое? Очень тухло и скованно. Ты как будто нас стесняешься. Да, или такое впечатление складывается, как будто ты первый раз видишь камеру или боишься ее, что ли? Ну, если честно, ребят, я боюсь. Я вот как будто сейчас в школе стою и стихотворение у доски рассказываю. Кто-то еще на задних партах ржет и прикалывается надо мной. Да при чем тут это, Юр? Ты уже взрослый парень. Снимаешься на канале Клуб Туб на Ютубе. А при том, что детский страх никуда не делся. Ну, все понятно. Тебе нужно помочь избавиться от твоих страхов. И как ты собрался, Макс, ему помогать? У меня, кстати, тоже в детстве были страхи, но я их поборола. Ну, я тоже. Я, например, в детстве боялся спать в темноте. И в какой-то момент решился выключить свет. И так и уснул в темноте. И после этого я переборол этот страх. Макс, ну ты, конечно, молодец. Надеюсь, свой страх ты поборол не в 15 лет. Да, мне кажется, он до сих пор со светом спит. Да не сплю я со светом, хватит прикалываться. Да ладно, Макс, скались, до сих пор боишься без света спать, да? Да ничего я не боюсь. Давайте сделаем так, будем по очереди рассказывать все, что мы не любили в детстве и чего мы боялись. Ну ладно, тогда раз уж ты это придумал, ты и рассказывай первый. Ладно, договорились. Давайте сядем поудобнее. Чувствую, это затянется. Ну ладно. В общем, в детстве я боялся, что ко мне подойдут старшаки и заберут у меня мои карманные деньги. Да ладно. Ля-л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 я-
Ну вот, короче, вчера башка развела одного малого на 300 рублей. Одного всего? Я вчера пятерых сразу. Мелочи. О, слышь? Че? Смотри, кто идет, мелкий. Сейчас у него денег возьмем. Сейчас что-то будет. Стоять, мелкий. Ты что на нашем районе загулял? Деньги давай за проход. А у меня нет денег. Что значит нет? Сейчас по башке получишь. Да. А со мной уже папа приехал. Где? Вот блин, мелкий, наколол нас. Ладно, завтра его достанем. И что, ты после этого перестал бояться, что у тебя отнимут деньги? Ну да, я каждый раз кричал, что за мной приехал папа или бабушка. И после этого я вообще не боялся. А когда вырос, я уже наболял одному. И ко мне больше не стали подходить они. Ничего, нормально, красавчик. Решил проблему, избавился от страха. Том, теперь твоя очередь рассказывать свои страхи. Короче, ладно, слушайте, я боялась в детстве, что мои плюшевые игрушки, пока я сплю, оживают и следят за мной. Ого. Лицом ко мне, но я все равно перестала их бояться и быстренько засыпала. Юра, теперь твоя очередь. Рассказывай. Я очень боялся. Только не смейте сейчас. Хорошо, хорошо. Конечно, мы не будем смеяться. Давай, рассказывай. Я очень боялся кашу с комками. Фу! Мерзость какая! Вот, сыночек, ешь до конца. Фу, какая она мерзкая. А, да это вообще невозможно есть. Ну что, Юра, все съел? О, какой ты у меня молодец!
В следующий раз я тебе двойную порцию положу, раз тебе она так понравилась. Фу, да, Юра, хорошо, ты решаешь проблемы. Моя бы мама быстренько все это просекла. Макс, твоя очередь. Ладно, в детстве я очень боялся привидений. Ну, в детстве их все боялись. Да ты подожди, я вам сейчас расскажу, как я вообще переборол этот страх. Ну-ка, давай. Я привидение! Я вас не боюсь! Я привидение! Я всех найду. Фу. Теперь я точно не боюсь привидений. Короче, ты подружился с привидением. Ну, получается, да. Макс, а к психологу тебя не водили? Родителям не рассказывал? Мне кажется, еще есть время, чтобы сходить к психологу. Да хватит прикалываться, это же всего лишь был детский страх. Ладно, ребята, теперь моя очередь. В общем, в детстве я боялась, когда мама вызывала врача домой, что он сделает мне укол с огромной иглой. Ой. Ну вот где ты могла подхватить этот дурацкий вирус? Ну ничего, я уже вызвала врача. Надеюсь, он тебя быстро на ноги поставит. Вот, проходите, пожалуйста. Вот она, Томочка моя, больная лежит. Сделайте что-нибудь, вылечите ее. Опять наша маленькая Томочка заболела. Но ничего, мы сейчас тебя вылечим. О, нашел. Так, давай посмотрим твое горло. Так, молодец. Давай теперь ротик пошире и покажи горлышко дяде врачу. Смейтесь. А мне, между прочим, было очень страшно. До сих пор боюсь врачей. Ну, значит, ты свой страх не поборола. Ну, получается так, да. Так, ладно, теперь мой страх. Я в детстве очень боялся, что когда останусь один, то у нас в доме появится инопланетянин. Чего? Какой инопланетянин? А чего вы ржете? Я ребенком был. Тоже мне. Какие еще инопланетяне? Без понятия, их же не существует, Юр. Ага, не существует. В общем, слушайте, как я избавился от этого страха. Нет, не надо, пожалуйста. Инопланетянин, пожалуйста, не забирай меня. У меня есть мама и папа, они меня очень любят. А еще, я на пятерке учусь. Пожалуйста, не забирай меня. Что? Да, здравствуйте. Что это такое? Где он?
Фух. Хорошо, что он меня не забрал с собой. В принципе, эти инопланетяне не такие уж и страшные. Да, конечно, так мы тебе и поверили. Ну не верите, не надо. Зато я настоящего пришельца видел. Да ты настолько себе нафантазировал, что ты начал видеть то, чего не существует. Я, конечно, маленьким был, но своим глазам я прекрасно верю. Ладно, теперь моя очередь. Я в детстве боялся, что когда я встану с кровати, что меня кто-то схватит за ноги. Бу, как вспомню, до сих пор жутко. Пипец, реально страшно. Вы представьте эти ручонки, и вас тут затаскивают за кровать. Пускайся кушать. Тебя так и не схватили эти черные руки? Не, мне повезло. Да он просто так быстро из комнаты убегал, что они не успевали его схватить. Ну а что, я маленький был, ну убегал, да, а че такого, был такой страх. А я в первом классе очень сильно боялась свою учительницу, Надежду Сергеевну. А чё вы угораете? Вела бы она у вас уроки, вы бы тоже её боялись. Жуткая женщина. Училку бояться. Так, тема сегодняшнего урока. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Опять опоздала. Почему вовремя нельзя проснуться и раньше приходить в школу? Почему всегда я раньше всех прихожу? Долго это будет продолжаться? Надежда Сергеевна, сегодня как раз день учителя. Вот, поздравляю вас с праздничком. Что ж ты, Тома? Да не стоило, не надо было. Зачем? Ладно, спасибо большое. Проходи, садись. Ага. Так я и поборола свой страх. Оказывается, даже Надежда Сергеевна нормальная женщина. Просто к ней нужен был особый подход. А я очень боялся пауков и тараканов. Мне казалось, что когда весь дом засыпают, просыпаются тараканы. И будто бы они везде начинают ползать. Фу, какая мерзость. Оп. На, получай. На, вот так вот. Так вот вам. На. На. Вот вам противные тараканы. Получайте. Вот тебе. Получай. Опять устроил бардак. Ну, сейчас я тебя устрою. А ну, иди сюда. Папа, не надо. Тут тараканы были и пауки. Я их тут всех поубивал. Да сколько раз я тебе говорил, нету у нас пауков и тараканов, где ты их видишь? Но они здесь были. Как же ты мне надоел, а ну иди сюда, засранец мелкий. Сейчас я из тебя всю дурь выбью. Папа. Сейчас я тебе таких тараканов покажу, а ну иди сюда. Ты мелкий таракан, сейчас получишь у меня, а ну иди сюда. Честно слово, они здесь были. Честное слово, они были там. Я папа, тебе посмотри. Дом он там. Ай. А ну иди сюда, еще добавлю. Пап, ну посмотри, они там все были. Засранец какой, я. Пожалуйста, давай. В детстве. Да, так ты еще и от папы получал. Так у вас были тараканы в доме или нет? Да были. Или нет? Не помню. Главное, что я поборол свой страх. И теперь их не боюсь. Ну понятно. Короче, ты сам не уверен в том, что были они или их не было. Короче, сейчас я вам расскажу про еще один свой страх. Ребята, если у вас есть какие-нибудь детские страхи, а может их вообще нет, то обязательно делитесь в комментариях. Будет интересно почитать. Всех с Новым годом, до скорой встречи, пока!